вообще Шива, ультимейт. Очень хорошо, но живы по-прежнему CDC. Гарда только сейчас погибает в Глимере. Сейчас погиб только Гарда. Сумаил дерется до конца. Минус один по-прежнему, только в драке сделан. Агрессив вернулся в битву. Агрессив теряет Эгис. Сумаил под грибом живет. Шики убивает PPD. Шики скушал сыр. Шики пытается уйти, но не уходит у него. Уйти. Сумаил дерется до конца. Сумаил с агрессивами скил. Сумаил дерется. Нет, он только сейчас умирает. Фир. Фир. Кстати, клинком засет дэмэдж. Очень много армора. Но тут без шансов. Агрессив килл всех. И еще и залетает Сиринг Чейнс Хауи. Минус 5. Ультракил, агрессив. Good game well played. 1-0 CDC ведут в финале виннеров. Я не верю своим глазам вообще. CDC. Да посмотри, опять эти вот эти каменные лица. Просто каменные лица. Типы практически вышли в гранд-финал, а у них на лице вот это, знаешь, типа из-за станка встал. Да. Встал, подумал, такой, ладно, пойду-ка я скушаю бутерброд и вернусь на вторую смену. Чё-то не чувствую. Они, то есть, знаешь, все эти люди первый раз на интернешнл, все до единого. Они... А их никто здесь не знает. Да. Они когда выходили еще пару-тройку игр назад, им даже никто не аплодировал. Идут какие-то типы в кабинку, ну ладно, типа, сейчас сольются. А типы оп. Пацаны из Wildcard'а. Пацаны это ребята из Wildcard'а. Я просто в шоке, если честно. 1-0 CDC ведут в этой серии. Вторая карта начнется через 10 минут, а более детально про карту первую и, конечно же, про то, что будет на карте второй, вам расскажет наша студия аналитики. Ваня, вам слово. Спасибо большое, Виталий. Действительно, подошла к концу первая карта матча Evil Geniuses против CDEC. CDEC захватывают преимущество и давят морально на ребят из Evil Geniuses. А у нас тем временем произошла в студии аналитики небольшая замена. Вместе Арена у нас теперь Андрей. Адрен, привет. Адрен? Андрен. Андрен. Да, здравствуйте, ребят. Костолобаев. Так как ты у нас только пришел, тебе и первому отдуваться. Как тебе матч Evil Geniuses против CDC? Интересно. Во-первых, взяли Undying, что, в принципе, не характерно особо для такой уже стадии плей-оффа. Ну и я думаю, ЕГ сделал вывод, что CDC отдавать Эмбера — это плохая идея, потому что это их по-прежнему сигнатурный герой. Ну и мне кажется, то, что за Темпларку сейчас, начиная вот уже с этой игры, будет драка серьезная. Это будет, наверное, герой первого-второго пика, потому что то, что когда ее бьют, а она в рефракшене может догириться, это ненормально. Это не нормально, это не ок. Она просто бьет тавр, кто-то пытается ее цепнуть, ничего не получается, и она просто делает даггер аут. Да, это действительно сильно, но не думаю, что прям за темпларку начнется такая уж прям супер война. Это просто то самое приятное обновление, которого ей не хватало, чтобы стать очень сильной. Ну и плюс дезолятор, который сделали дешевле на 600 голды, который, по сути, меньше, ну, хуже не стал, по сути. Это тоже ее бустит очень сильно. Так что Темпларка, мне кажется, выиграет этот International. Егор, как ты думаешь, выиграет ли Темпларка International? И как тебе матч Evil Geniuses с CDC? Ну, конкретно Темпларка-то International не выиграет. Ей нужны еще 4 тиммейта. Я бы отметил... Как точно? Я бы отметил хорошие командные действия в драках команды CDC. То есть мы видели первые 20-30 минут игры, ЕГЭ перефармливали. То есть у них у СФ было крипов больше, чем минут в 10 раз. Это... Включение с Кейси. В 10 раз включение с Кейси. 10 раз. Так, а что тут Кейси нам? Ну, Кейси что-то придумал. Она рассказывает... Но мы же не понимаем, у нас нет переводчика. Да, к сожалению, да. Мы бессильны. I don't speak English. Кейси, Russian, please. Что-то не начинает. Давайте я попробую попереводить. Она хочет что-то показать. Да, давай, Андрей, давай. Вызывает она ребят. Стартуем. Приветствует. Готовы, ребята, начать волну? Давай я буду переводить, это моя работа. Давай, сейчас будет бегать. Раз, два, три, и, соответственно, ребята делают волну. Ребята делают волну, они продолжают делать волну. И вот здесь она сломалась. А, вон она, волна. Кричит Кейси.
Громче, громче, ребята, подбадривайте. Я не слышу. Говорит, давайте, давайте, кричите, кричите. Ребята делают волну. Продолжайте. Ребята, давайте я буду переводить. Ну что это такое? Давайте, кричите, продолжайте. Громче, громче. Громче, громче, сильнее, быстрее. Ребята продолжают делать волну. Кейси просит их не останавливаться. Вот, еще одна волна пошла. О, боже мой, вы знаете, я прям погружаюсь сейчас в атмосферу. Прям, вот, хочется нырнуть в эту волну. Прям хочется, да, я прям в ней, весь в ней. Да. Весь в ней. И вот Black Hole, боже мой. Это же Black Hole с World Chasm. И вот стягивает работника Valve в Black Hole. Это Кейси, мне кажется, ее затянул. А, это Кейси, да. Действительно, да. Это так, для зрителей, которые не имеют возможности посмотреть доту. Так, Кейси очень быстро перебежала в другую точку. И выгнала всех людей. Да, она может себе позволить. А они клонировали Кейси ради вот этого трюка? Как так? Там была? Рассказывает она про пол. Кейси рассказывает про пол, что все отображается на полу, соответственно, все спецэффекты. Действительно, купол. Вот, купол, которого купол, мы не видели, да, вообще. Да, офигенный, накрывает все обе команды. Мне еще понравились, как эти духи Death Prophet летают. Кейси. Под сценой, там, где все сидят, собственно, проходит весь продакшн. Происходит вся магия. Что-нибудь поймем. Андрей из своей головы уже там придумывает какие-то фразы. Ну вот, собственно, для того, чтобы вы все могли смотреть стримы дома, под... площадки и арены, то есть в подвальных помещениях на бэкстейдже, здесь просто огромное количество оборудования, проекционная система. А, это, собственно, сама проекционная система, которая руководит анимациями, которые проходят на сцене, то, что вы видите в зале. То есть есть специальный бот или программа, которая написана для Доты, которая заводится как обсервер и следит за определенными событиями в Доте, которые происходят, и руководит, соответственно, вызывает какие-то действия, которые делает освещение, делает эти анимации. То есть вот нам показывали Walrus Punch, ульт снайпера, купол, все. Ага, 16 проекторов, которые за экранами, вы видите большие экраны над сценой, вот под ними, за ними спрятано 16 проекторов, которые создают эту карту, проецируют эту карту, которые и разделены на сектора. Я так понимаю, каждый сектор берут на себя два проектора. А, они очень следят за тем, чтобы не показывать на полу или через эти проекторы что-то, о чем противник не должен теоретически догадываться. Ну, то есть информацию стараются не выдавать. Там, может, за кулдаунами кто-то следит и так далее и тому подобное. А, Black Hole, да. Очень ждут пик Enigma для того, чтобы проанимировать анимацию Black Hole. Ну, я не уверен, что мы увидим, но тем не менее. Да. Вот. Собственно, предлагают игрокам в следующих матчах брать Enigma. Но сейчас довольно спокойно. И насколько здесь много экшена и насколько... Ага. Насколько много стресса здесь во время игр. Ну, говорят, что мы предпочитаем, когда все равномерненько в нормальном темпе проходит, поэтому все окей. Да, то есть в идеале они запускают программу, и она сама всем руководит. То есть ей, в принципе, дополнительного ручного руководства не требуется. И вот вы все теперь уже увидели. Спасибо, Кейси, что передала нам слово. Иван? Спасибо, Андрей, что передал слово мне. Вот так вот вы познакомились с тем, что же происходит на арене во время игр. Узнали и увидели, как проецируются ульты. Действительно, зрелище очень красивое, я говорю вам. Как человек, который все это видел. Единственное, ты что... говоришь, да. Я говорю да, кроме ульты Зевса. Потому что, когда идет ульт Зевса, весь зал просто вспышка, и можно словить... Так, не зря же придумали очки темные вот эти вот с дотой, специально, чтобы ульт Зевса сильно... Видимо, не прикрыл... именно для этого. Я предлагаю посмотреть немножко игровых моментов, пока еще у нас следующая уже игра не началась. Да, там конечно, есть пару минуточек, наверное, есть только, как раз посмотрим их. Конечно. Сейчас команды у нас дойдут, наверное, и мы поглядим. О первой игре стоит еще поговорить, потому что там, собственно, в моментах и кроется вся загвоздка игры.
Потому что на самом деле игра была равная. ЕГЭ вначале все было под их контролем, все они делали правильно. Они отбивались по чуть-чуть от СД, которые на них нападали. Да, и наращивали свои графики. Но потом в один момент случилась драка, которая все это дело перевернула. И, собственно говоря, изменила ход всей встречи. В принципе, команды были равны. Вот это как раз момент, где ЕГЭ еще показали такой, где ЕГЭ достаточно неплохо отбиваются. ЦД, как мы видим, они агрессируют, они у нас весь турнир агрессируют, и тут тоже агрессируют, они врываются просто всей толпой, там, в World of Punch'ах, ультах Эмбер Спирита под Тавр, забирают таки Сумаила, но достаточно серьезно платится за это, потому что минус 3 им делают. Ну и как бы показательный момент, где ЕГЭ неплохо реагирует на агрессию. Неплохо среагировали, забрали людей больше, чем потеряли, и но это неплохо. Два керри выжило у Седека. Ну, это не важно. Там, Айсефчик умер. Там на графиках видно, насколько сильнее ведут Айсеф. Как бы это все его не сильно волновало. Вот здесь вот такой вот момент не очень приятный случился. Сон прожался во время айс-шардов, и не смогли ЕГЭ напасть, им пришлось отходить, но почему-то они выбрали идею подраться. Юниор спрыгнул просто без ультимейта в толпу, и опять идеальные шарды не дали пройти его команде. То есть здесь два раза XZ сделал эту драку, как мы теперь видим. Но ЕГЭ зачем-то предпочитает подраться все-таки еще, ну, за это их жестко наказывают. Но ошибка от Юниорса была, на самом деле он через 2 секунды мог запрыгнуть абсолютно так же с этим станом, но с ультимейтом. Очень красивая игра от XZ. Два раза шарды отрезали полностью всю команду ЕГЭ в моменты, когда... Вот, очень красивый момент. Попадет, наверное, у нас в номинацию. Play of the day. Да, это просто идеальный момент, где... Пытается скастить комбинацию как раз SF плюс на XZ, но птички. Птички садятся и не дают. И нету БКБ у SF. Он не может это дело хоть как-то отконтролить. Он умирает. Без байбека только что купил SF Сатаник. Только что Разор купил себе Шиву. У них нету байбеков. И просто идут и сносят 2,5 стороны садеки. Да, но... Ну и это уже как бы дальше особо смотреть нечего, было еще там драка, но там же ЦДК...